Здравствуйте, дорогие наши земляки. Мы, земляки, проживающие волей судьбы в Монголии, следим, конечно, за происходящим в Калмыкии, то, что сейчас происходит. Хотим оказать вам поддержку. И я хочу обратиться к Бату Хасику. Бату Хасика, вот эта фотография твоя у меня висела с 2011 года на почетном месте. Почему? Потому что мы, когда ты шел к чемпиону мира по кикбоксингу, мы за тебя молились, мы ставили за тебя лампадки. Я думаю, что вся Калмыкия была за тебя. Сейчас ты проявляешь очень такие действия, которые идут против народа. Пожалуйста, обрати на это внимание. Это самое главное. Самое главное – это поддержка всего народа калмыцкого, понимаешь, который шел за тебя. И, пожалуйста, мунды хуки ли люгу, но хады хуцу лугу, амдерчу удзири. Мендют гюнта халимгут. Мендют улан залата халимгут. Мадынэнд монгол улсты халимгут суглурат. Бір золуңта халімі қазірті бұл жақы бәділігі харат мана зүрік басы өвдеді. Здравствуйте, уважаемые калмыки, братья, сестры, родственники. Мы здесь собрались в Монголии, калмыки проживающие. Хотим выразить свою поддержку и выразить свое мнение по отношению к назначению Трапезникова на должность мэра города Элисты. Значит, Трапезников, как нам известно, и мы значит, читаем тоже по интернету, значит, он никогда не работал мэром, у него нет такого профессионального опыта. Значит, потом по биографии у него, значит, за 4 года он, оказывается, закончил 3 вуза, получил высшее образование. Значит, он не знает традиции калмыков, не знает их устои. Я не понимаю, каким путем он может руководить и быть руководителем города Элисты. У нас есть свои профессиональные кадры. Ведь калмыцкий народ издавна был умным и великим народом. Мы ойрат калмыки. И мы должны ставить на эту должность только проживающих жителей, которые прожили не менее 5 лет в Калмыкии на такую высокую должность. Это ответственная должность. Поэтому у нас есть умные ребята, которые могли бы, значит, стать на эту должность. И я думаю, они бы тоже неплохо руководили. А Бату Сергеевич, вы продолжаете тенденции, значит, начиная от Кирсан Илюмжинова, значит, затем, значит, Орлова, и сейчас вот вы пришли вы. 25 лет калмыцкий народ, можно сказать, мучается, над ним издеваются, делают трамплины для, значит, пришельцев. Калмыкия получается трамплин для роста в профессионализме. Взять МВД Калмыкии. Люди приходят, по 5 лет отрабатывают, получают генеральские звездочки и уходят. Они уходят, а мы остаемся. Мы в родной республике. Мы должны кувать свои кадры, искать свои, на конкурсной основе даже. А у нас получается то, что грамотные, профессиональные ребята практически все разъехались. 80 тысяч населения калмыков в разных уголках Советского Союза, Российской Федерации. Мы думаем, Бату Сергеевич, вы должны ближе быть к народу своему. Вам, наверное, ваш отец тоже подсказывает. Все-таки душа калмыцкая, она везде должна проявляться во всем. Нас не интересует там по национальным признакам.
пусть будет и русский, пусть будет кавказец, калмык, но тот, который прожил не менее 5 лет в Республике Калмыкия. Я желаю вам мудрости, Баду Сергеевич. Подумайте об этом. Мендут, дорогие земляки, большой привет из далекой, но такой родной Монголии. Мы, все калмыки, которые проживаем на территории Монголии, поддерживаем вас, всех своих земляков, своим сердцем. Нам не нужны люди в управлении нашей малой родины, люди с плохой репутацией и темной биографией. Элистат – это наш город. Народ сам должен выбирать своего мэра. Мы требуем прямые выборы мэра Элисты. Здравствуйте, наши земляки. Мы собрались, чтобы выразить солидарность. Нам не нравится то, что происходит на нашей земле, в нашем спокойном, дружелюбном краю. В проплаченных СМИ говорят, что митингующие находят симпатизаторов. Так вот, мы хотим сказать, что нас никто не находит, и мы не симпатизаторы, мы просто любим Родину. И нам не нравится, что недовольство народов в проплаченных СМИ преподносит как тренды и как тенденции, как бы убирая, обезличивая народ. И вот эти обычные невротические попытки лукавых снизить значение любви к родине совершенно нам не нравятся. Мы хотим сказать, что нас никто не нашел. Мы просто любим и переживаем за тех, кто живет в Республике Калмыкия. Поэтому мы за то, чтобы Трапезников ушел. И, обращаясь к депутатам, вы обязаны защищать свой край. Даже если вам предлагают миллиарды или посты президентов, то зло, которое вы тащите в нашу республику, заметно невооруженным глазом. Ваши слова о безукоризненности кандидата, которого вы поставили в сенаторы, ну просто смешно. И мелкие пакости того, что происходило, видели в Монголии. Даже взять то, что когда митингующие вышли на площадь, разбирая сцену, собирая ее, это уже видно маленькие шаги этого зла. Поэтому защитите свою республику. Уважаемый Бату Сергеевич, я присоединяюсь ко всем сказанным здесь мыслям, словам. И, уважаемый Бату Сергеевич, я хочу, чтобы вы серьезно переосмыслили о том, кого поставили вы на пост мэра города Элисты. Этот человек является человеком со смутной биографией и темным прошлым. Он пришел к нам с воюющей территории, с ДНР. И мы действительно сомневаемся в том, что он будет строить мир в нашем городе. Пожалуйста, подумайте об этом. Да, Халимгут. Сельцхартный Халимгут. Халимгут, Урала! Ижилы тенге хорнды бәдігі, Ижилдәтні дігі Халимгут. Дауу сәхіні әмдірілі олысын, Дауста тегіні енігідім. Кесігі жиліні ерісті бидін, Халуын арынды батырықсын. Ғашута цагігі үкнірі дейлісін, Хату күчелері хәлілсін. Сердің сәртсәртің Халимгут,